Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Египте, город Хургада. Отель, в котором мы сейчас находимся, называется Hilton Hurghada Plaza. И сейчас мы отправляемся на фруктовый базар. Это тот базар, где много... то есть он предназначен, можно сказать, для местных. Вот. Поэтому цены там будут супер низкие, место очень интересное. Если вы приезжаете в Хургаду, то обязательно его нужно посетить, потому что там, как сказать, такой вот местный колорит. И самое главное, перед базаром обязательно, что нужно сделать, это скачать местные цифры. Вот, смотрите, как они выглядят. Я вот на телефоне просто их загрузил. Вот, видите? Чтобы вы понимали, потому что там все будет вот так написано. Ну, некоторые вот так вот пишут. Ну, чтобы вы знали, ну, могли перевести. Поэтому отправляемся на фруктовый базар. На улице очень сильный ветер, очень сильный. Вообще, какое-то место продуваемое здесь. Так, напротив нас находится Hurghada City Center. Это такой хороший ориентир. Я вызвал Uber. Вот, 2 километра, сколько там, 200 метров. Стоит проехать максимум 20 фунтов. Так. Приехала наша машина, смотрите, как выглядит. Ну, прям вообще крутяк. Давай, залазь. Ага. Давай. Все, мы в машине. Едем на базар. Что, мы прибыли на фруктовый рынок. Смотрите, какая здесь атмосфера. Ну что, будем заходить вовнутрь. Здесь прям суета. То есть вообще тут. Я поэтому говорил, сюда надо приехать. Давай я возьму Дашу на руки, наверное. Или за ручку будешь. Да? Давай. Пойдем. Так, ну давайте будем заходить вовнутрь и смотреть, почем же здесь что стоит. Я уже сказал, цифры скачал. И здесь вот видите, вот в основном цифры написаны местными, видите? Вот кружочек это 5, а вот эти квадратики это точки. Получается, морковка стоит 5 фунтов на доллар, берем 3 килограмма морковки, например. Вот. Картошка тоже по 5 фунтов. О, тут вообще прям, смотрите, как круто. Клубника по 10 фунтов, кстати. Да, мы сейчас купим клубники. Реально тут клубника дешевле получается. Вот 1,0, 10 фунтов. Сейчас я свой кошелек, подожди, поправлю, да. Так, смотрите, апельсины, кружочек, это 5. И 0,0, получается, по 5 фунтов апельсины. На доллар 3 килограмма апельсинов берем. Но тоже апельсины бывают разных видов здесь. Давай пройдемся дальше. Чем же банан? Лава тоже по 10 фунтов. Короче, реально тут все дешевле, чем здесь. Прям, знаете, как в старых фильмах показывают там, когда еще там, ну, не знаю. То есть, вот. Короче, место крутое здесь. Лук, перевернутая троечка, получается 4. По 4 фунта килограмм. Вот. Это 4 фунта. Сколько получается на доллар? Можем взять 1, 2, 3. Ну, примерно 3,5 килограмма на доллар лука. Так, идем дальше. Давай просто так прогуляемся, посмотрим. Персики 1,0 по 15 фунтов получается. Ну, персики 8 надо взять. Да, вот персики люди спрашивали, почем здесь. Затем дынька. По 5 фунтов килограмм на доллар, 3 килограмма дыни берем. Ой, а нам как-то дорого там вообще называть. Картошка по 5 фунтов. Но здесь, короче, могут быть это. Так, помидоры почем здесь? Тоже по 5 фунтов на килограмм. Ой, на доллар 3 килограмма помидор можем брать. Давай пройдемся дальше. Но для туриста могут другие цены называть.
Яблочки. Сейчас. Ну что, будем клубнику, наверное, брать? Давай. А, если есть. Эй! Вы смотрите, как он нам обучает. Скажи спасибо. Скажи чокран. Спасибо. Чокран. Дашу угостили бананом. Welcome from. Банана? Опа-па-па, банана. Аккуратно, банан. Банан с ножом. Осторожно. Смотри. А сделай фас, батыхин. Так что, будем что-то брать? How much is this banana? This banana? А how much клубника? Клубника килограмм? 15 фунтов. По 15 фунтов, да? Килограмм. Да. Вот, клубничка. Что такое? А? Это для друзей. Телевизион, чат? Да, да, да. Сколько клубника? Пока килограмм, наверное, возьмем. 2 килограмм? Не, один. Как дела? Так, а ну построить. Вот. Так, сейчас можем посмотреть, что здесь еще есть. Так. Так, яблоки семерочка перевернутая, получается по 60 килограмм. Бананы сколько? Не, бананы пока не надо, спасибо. Хорошо, манго? Не, манго тоже. А почем манго? Килограмм? Да, почем? 150 фунтов. Ага, 150. Угу. Да, ну мы сейчас пока не будем. Сейчас только... Не, только клубнику пока что, спасибо. Что? Авокадо? Не, авокадо тоже не надо. Бабай, так манго. Вкусно, вкусно. А персики почем? Вот это. Килограмм? Да. Это килограмм 25. 25, да? 35. А, и по 35. Ага, это чуть больше $2, 35. Ну, сейчас еще прогуляемся, посмотрим. Так, ну все, берем килограмм клубники. Наверное, пока килограмм и все. Все, спасибо. Надо 15 фунтов. А, да не, спасибо. Так. Теперь главное. А, вот я по 15. А, персики? Да. А, все, thank you very much. Да. Ну мы еще походим, посмотрим. Вот, спасибо. Так, идем дальше. Сейчас. А ну, Дин, ты себе положишь? Пойдем. Идем. Так, давай повернемся. Так, здесь клубника по 10. Но там я взял подороже, потому что меня угостили бананом. А, не, спасибо. Так. Огурчики, получается. Сейчас. Так, картошка по 5. Ну, в принципе, везде цены одинаковые, смотрите. Везде очень классные цены. Чесночок. Сейчас, это уже надо конвертер доставать. Перевернутая вот эта галочка, это сколько? Скажи мне. Я не помню, я в этот раз не смотрела. Да, я посмотрю, Даш, остановись. Сейчас мы посмотрим, что такое перевернутая галочка. Я скажу, сколько стоит чеснок. Так, перевернутая галочка. Это у нас 8 фунтов за этот, наверное, за килограмм. 4. Ага. Полтора. 8. А. 10. 5. Да, спасибо. Да. Я пока веду. Все. Ну что, пойдемте дальше. Ну я, в принципе, цены, смотрите, везде одинаковые. Сейчас просто покажу атмосферу этого места. Смотрите, какая крыша. Сюда просто можно прийти и делать фотографии. Это прям вообще бомбовское место. Единственное, конечно, местных девушек нежелательно снимать. Вот, потому что меня пару раз ругали. Вот. Давно еще. Так, ну давай еще пройдемся в другое место сейчас. Здесь продается все. Здесь есть рыба. Вот, но это надо вдруг чуть подальше идти. Мясо есть. Так, куда-то мы зашли. Так. Проходим. Ну, наверное, мы выйдем уже, наверное, из этого базара. Купили клубнику. Здесь прям такая суета. Ой. Я покажу еще другое место. Тут прям горы этих фруктов.
А персики? Давай персики спросим. Почем еще персиков да возьмем? Меня вот видите, как я повелся. Мужик угостил бананом, я купил у него клубнику дороже. Как меня просто подкупить бананом, видишь? Можно туда пойти. Давай туда. Смотрите, там вообще. Вот здесь вообще, да, хавы. А how much this? 30. По 30 фунтов, да? Так, а клубника how much? Клубника 1 килограмм 20. По 20, ага. Все. Но здесь самое красивое, а? Да, тут цены не написаны нигде. Сейчас посмотрим. А, спасибо, это не, мне пока не надо. Клубника. Ага. Так, капусточка. Ну вот на капусточку цен нету. И здесь, кстати, туристов, я смотрю, мало. Не, здесь есть туристы, но как бы в основном местные ходят, все покупают. Так, идем за персиками. Где по 15? Вот эти вот? Эти вообще по 10. Как по 10, если по 15? Не, 1 и 0. А, да, получается. Это не 0, это 5. Кружочек это 5 обозначает. Вот видите, цена написана. Ну, я не знаю, давай попробуем. Килограммчик, да, возьмем? Давай, говори. О, давай, если... Можно? 1 кило. Ага. Так. Все, возьмем килограмм персиков. Зелень прям очень так классно пахнет. Свежая-свежая, да? Да. Она здесь круглый год, эта зелень. Ага, есть? Так, подержи. Сейчас. Где, получается, надо дать? Так. Сейчас. У меня, короче, мелких денег. Вы уже поняли, торгаш из меня вообще никакой. Торговаться я не умею. Вот, поэтому мне вот классно, хотя бы цены написаны, уже круто. Ага, все. Так, 10, 20, 35, все правильно, дали? Все. Покупка удалась. Сейчас мы еще прогуляемся в другую сторону этого базара. В общем, друзья, цены тут просто копеечные. Вот на овощи это прям вообще. Конечно, вот когда видят, что я турист, то понятно, мне цены завышают там, где не написаны цены. А так вот прям смотришь на все очень низкие, там, где написано. Горы всего лежат вообще. Так. Все, уходим отсюда. Переходим в другое место. Сейчас покажу там, где рыба продается. Тут очень большой базар. Все. Переходим на другую сторону. Смотрите, то есть здесь вот одна сторона. Давай перебежим. Смотрите, продают курей. Вот кому надо привезти сувениры из Египта, везите курицу. Считается классная курица. Так. А? Ну, вот здесь прям вообще, ну как сказать, такой колорит местный. Я вот такие места очень сильно люблю. Ну и, в принципе, Хургада считается это туристический город, поэтому я думаю, что здесь, ну как бы, туристов много, к туристам привыкли. Так, вот есть рыба. Есть еще ряды, которые находятся внутри. То есть тут прям ходи-ходи. Так, постоянно машины едут, все сигналят, пикают. А, вон лепешка упала, сейчас девочка поднимет, ничего страшного, подули. И все, никаких бактерий нету. Так. Вот рыбки, креветки. Смотрите, какие куски мяса висят. Я не знаю, как они это все быстро продают. Сейчас такая жара. Но, наверное, это все быстро продается здесь. А, нет, спасибо. В
Вот прям гуляешь и вообще, смотрите, зелень, горы. Это все, знаете, как пахнет здесь? Вот эта зелень, вот этот контраст запахов, прям вообще. Мясо, кстати, нормально пахнет. Вообще ничего не воняет, все хорошо. Это прям топовое место Хургады. Меня оно прям покоряет каждый раз, когда сюда приезжаешь. Многим это не нравится, конечно, но меня еще покорил город мусорщиков в Каире. Это прям вообще было что-то неимоверное. Все. Есть где-то слы. Тут еще на лошадях, вот я в Каир ездил очень много, на лошадях ездят. Ну что, мы погуляли здесь. Наверное, будем брать такси и ехать уже назад. Вот. Так, наверное, или вызовем Uber. А, нам надо в этот ориентир. А вот этот гад. Вот эта кафешка. Их тут три в Хургаде. Этот район называется Дахар. Многие туристы ходят пешком. Вот. Но мы с Дашей, я уже пешком от отеля не захотел идти. Дорогу здесь нужно перебегать, светофоров нету. Так, здесь сейчас поток движения маленький. Так, сейчас переходим сюда. Так, перебегаем. Все, тут иногда надо просто в наглую бежать. Так, все, перебежали, молодцы. Фух. Назад мы взяли такси. Потому что надо еще заправиться ему. Что, я не понял. Я не брал этот Uber. Потому что, короче, его пока дождешься. В принципе, когда цены знаешь, вот за 30 фунтов, за 2 бакса он нас назад довезет. Вот. Ну, по Uber можно было за 20, короче. Я уже, ну, 10 это не такая, как бы, большая сумма, что переплачиваешь. Поэтому, когда, знаете, вот просто зайдите иногда на вот этот Uber Karim, чтобы понимать цены. Когда вы уже ориентируетесь в ценах, то вы уже примерно можете и такие машины брать, вот, и ездить по примерно нормальному прайсу. Ну что, друзья, вернулись мы домой. Давайте будем дегустировать то, что мы купили. Возьмем сладкий, сочный египетский персик. Сейчас какой-то посимпатичнее выберем. И красный, сочный египетский клубника. Сейчас дело это помоем и попробуем. Так, моем. Так, пробуем клубничку. Ну, клубника классная с виду. Очень классная. Не знаю почему. На развес клубника всегда вкуснее, чем, знаете, упакованная продается. Не знаю почему. Вот, это прям классная. Прям сейчас сезон клубники. Вот, супер. Пробуем персик. Ну, такой себе зеленоватый. Ну, как сказать? Ну, не сочный. Вот. Ну, в принципе, не сочный, но зеленоватый. Вот так. Может быть, у меня такой попался. А? У тебя покажи какой. Не, у меня эти. Сочный? Угу. Сочный египетский персик. Классный? Ну, он кисловатый. Да, кисловатый. Как тебе клубника? Вкусная? Вкусная. Сладкая? Угу. Сочная? Аппетитная? Восхитительная? Умопомрачительная. Леха показал, как делал базар в Египте. Как говорят в Одессе. Делаем базар, да? Вот. Получается, стоимость этого всего чуда $2. Ну, понятно, клубнику можно было купить дешевле. Это тоже, да, за доллар взяли? Вот. Вроде бы. Я уже даже не помню.
Вот, на этой прекрасной ноте заканчиваем видео. Показал вам фруктовый рынок. Обязательно сходите в это место. Прям такое классное, интересное. Как бы сразу чувствуется там местный колорит. На этой прекрасной ноте заканчиваю видео. Всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. И самое главное, путешествий. Всем пока, подписывайтесь на канал.